Божий всемир, субботний мир, шаббат, 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 шалом. Божий во мир, дети Божьи, субботний мир, шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Божий всемир, шаббат, шаббат, шалом, Божий во мир, субботний мир. Шаббат, 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 шалом. Братья и сестры, поздравляю всех вас с Днем Господним, наступившим сегодня вечером, пятница. Уже стемнело, наступила суббота, День Господний. Как сказано в Слове Божьем, да, и был вечер. День Господний начинается с вечера. Ну и вообще сутки мы отсчитываем в библейском календаре с вечера и до вечера. Если в гражданском календаре с полуночи до полуночи, в нашем библейском, святом, Божьем календаре, да, мы, дети Божьи, отмечаем по-божьему, по-библейски, да, с вечера и до вечера. И вот 6 дней закончились, неделя трудовой, и наступила суббота, наступил шаббат. И пожелание субботнего мира, пожелание Божьего святого мира в сей день субботний – это прекрасная традиция. Старым добрым еврейским приветствием приветствую всех вас в этот день. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом, Божий во мир, субботний мир. Шаббат, 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 шалом. Божий мир всем вам, дети Божьи. Шаббат шалом, Израиль, шаббат шалом, Иерусалим, шаббат шалом, Церковь Христова, шаббат шалом, наша Киевская архиепископия Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, шаббат шалом всем любящим Господа Иисуса Христа, Иешуа Машиаха, который есть свет, просвещающий все народы земли, который есть слава народа своего Израиля. Он есть свет народам, он есть слава Израиля. Аллилуйя! Иешуа ха-мошия, наш король, наш царь грядет. Иешуа ха-мошия, Иисус Христос, Господь мой спас. Приходи ко мне, Господь мой, король мой, царь мой, мой возлюбленный. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Мы навеки одно целое. Мы одно. Я и Отец одно. На Хануку Иисус сказал, Иешуа в этой проповеди сказал, я и Отец одно. Великая ханукальная проповедь. И мы в эту субботу уже предчувствуем Хануку, Божию Хануку, да. Потому что эта суббота вообще у нас в календаре и нашей архиепископии Киевской, да, Реформаторской Православной Церкви, она обозначена как предханукальная суббота. Потому что уже в воскресенье вечером, да, получается, на неделе будет уже праздник Ханука. 8 дней подряд будем танцевать, ликовать, пировать, Бога прославлять, перечитывать снова и снова книги маковейские. Я собираюсь это сделать вместе с вами. Присоединяйтесь. И в этот шаббат, и на протяжении всех дней Хануки буду перечитывать книги маковейские. И буду стараться выходить в эфир с этим чтением, рассуждением. Да, слава Богу, это прекрасное время. Хорошее время очень. Слава Богу. Ну и даст Бог, уже на Кавказе сделаю отдельную запись как раз по книгам маковейским. Да, потому что мое служение сейчас и на Кавказе, на Северном. И благодарю Бога за сие служение. Прошу ваших молитв. Еду в Краснодар, Краснодарский край. Прошу ваших молитв, братья и сестры. Пусть Господь благословит, если вы в Воронеже, Ростов-на-Дону, Краснодаре, где-то в крае Краснодарском, то пишите мне, хорошо, на Вайбер, на WhatsApp. Все мои контакты под каждым видео есть. Пишите.
Буду рад встрече, да. И также прошу ваших и действительно молитв, участия вашего. Потому что мы совершаем одно дело. Молюсь о мессианском пробуждении на Кавказе, молюсь о мессианском пробуждении в православии и вообще во всем христианстве. Это очень важное деяние Духа Святаго, совершаемое на наших глазах и совершаемое через нас. И да, это великое дело. Слава Богу, дело Божье. Мы возвращаемся к корням нашей веры, к основаниям. Аллилуйя. Слава Богу. Да, друзья, и благословляю всех вас, да, старым добрым библейским благословением, которое сам Всевышний Бог дал Моисею, чтобы тот передал Аарону и его сыновьям, чтобы этими словами благословляли сынов Израиля. И Бог говорит: «И я благословлю их». Аллилуйя. Благословляю вас этими сладкими словами великого благословения, сладчайшего нашего Господа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еврехеха Адонай ве ишмареха, Яхер Адонай панав элейха, Вихунекха, Исаха Донай, Панав Элейха, Веяселеха Шалом, Бешем Иешуа Хамошия, во имя Иисуса Христа. Амен, аминь, истинно так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Шаббат шалом, Божий вам мир, дети Божьи, всех святых и верных приветствую. Радоваться, и еще говорю, радоваться. Субботний вам мир, дети Божьи святые, радуйтесь в Господе, и еще вам говорю, радуйтесь. Шаббат, 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 шалом. Ликуй, танцуй, пой, дочь Сиона, торжествуй, Израиль. Благословляй Израиль, благословляй Иерусалим, благословляй Церковь Христову по всему лицу земли, распространившуюся во всех странах, на всех континентах. Аллилуйя! Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И ради этого Он создал Израиль. Ради этого Он создал Церковь. Все ради этого. Возлюбив мир, Он отдал Сына Своего Единородного, Господа и Спасителя нашего, Агнца Своего на крест, на заклание Иисуса Христа. Иешуа ха-Мошиах. Иешуа на крест, на Голгофу взошел, принес себя непорочного Богу, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И оправдавшись верою, мы имеем жизнь вечную через Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Шаббат шалом.